Южной Кореи все еще нет законодательства, регулирующего биткоин. Согласно newsbitcoin.com, адвокат и член секретариата Национальной ассамблеи Ким Кюн Хван излагает 6 наиболее важных юридических вопросов, связанных с биткоином в стране. Первый вопрос – является ли биткоин деньгами, ценными бумагами или активом? Второй вопрос – следует ли вводить НДС или налог на потребление при покупке биткоина? Следующий вопрос – отмывание денег. Четвертый вопрос – должны ли биржи регистрироваться или уведомлять какие-либо органы? Пятый вопрос касается биткоин-переводов. Также Ким упомянул ICO, которые в последнее время стали очень популярны.